Доброго дня. Сегодня у нас на обзоре вот такие 5 колокольчиков. Ну, интересные, конечно, это уже остатки. Покупаем, продаем. Если кто-то хочет что-то предложить, присылайте, там пишите. Вот видите, вот такой большой, цепочка симпатичная. Видите, какой? И звук, да? Отлично, в школу можно, на работу. А это уже понежнее. Ну, какой-то вид, может, типа на полумесяц похоже, что-то такое. Нет. Ну, такой. Звук тоже интересный, ну, брать удобно. Видите? Ну, тут что интересно, там он Made in Anglia написано, если видно, да? Вот такой вот. И язычок, видите, какой длинный. Это я его обнял. Вот так вот. Это еле-еле маленький такой, женщина. В галстуке, в шапке какой-то турецкой или в какой-то... Что это такое, да? Видите, какая юбка у нее. Ну, такие у меня бывали, сейчас только одна осталась, но бывает вообще интересные. Там такие леди, дамы, если кого-то интересует, вообще очень красивые, декоративные, большие вот такие. Но у них цена приличная, видите, латунь или бронза. Но это уже наш российский, советский, медленный, ну так легкий он, но там язычка нет. Но это может, конечно, все сделать, но вот такой вот. Не знаю, какой период, если кто знает, подскажите, какого он периода. Ну, на коров, наверное, вешали такие большие, да, больше. Но это уже кому на что. Знаю, учителя сейчас у меня стали брать в школу, и света нет, или и детям очень нравится, как вот так вот. И звонко слышно издалека, и довольно-таки оригинально и необычно. Ну, подписывайтесь, смотреть за новинками, так что что-то бывает, приходит, уходит, как обычно. Ну, еще фото смотреть. До новых встреч.